получила корону и поборется за следующую. В Сургуте выбрали «Мисс Уиз». Это конкурс красоты среди сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний. На звание лучших на окружном этапе претендовали 7 участниц из Сургута и Нижневартовска. Красавицы представили видеоролики о своей профессии, продемонстрировали форменную одежду и национальные костюмы народов Югры, представили свои творческие номера, а в завершении дефилировали в вечерних платьях. Отмечу, чтобы попасть на финал, участницы выполнили различные испытания, включающие проверку знаний и умений по профессиональной, огневой и физической подготовке. По результатам всех конкурсных испытаний «Мисс Уиз» и корону победительницы получила представитель УФСИН Наталья Кузьмина. Женщина во все времена воодушевляла сотрудников, мужчин. И плюс женщины в нашей системе, им необходимо отдать должное. Они, кроме того, что являются матерями, поддерживают семейный очаг, но также на замечательном уровне выполняют служебные обязанности. Это один из основных конкурсов, которым учреждение, управление готовится как никогда, потому что оно проводится на трех уровнях. Финалист нашего конкурса поедет представлять нашу систему в Уральском федеральном округе. И если там одержит победу, то тогда уже представляет на всероссийском конкурсе ФСИН России.